И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на операции, это уже третий выпуск. Продолжаем выживать. Здесь около дома я убил рапторов, посмотрел, что да, четвертый упал вниз. Все благодаря вот этому, то есть телефоны на руках. И мы, собственно, видим, кто здесь, где здесь и так далее. Но, в общем, ничего интересного здесь нету. Вот, ну, там 13 левел, там внизу плавает. Ничего интересного нету, все то, что мы уже знаем. Сделал себе пику. Пику сделал. И седло на опустошителя. Посмотрел, что нужно на... Все-таки решил притамить кротокрыса. Посмотрел, что для этого нужно. Да, понял, что это еще мне будет не скоро. И где он? Упал вниз? Это плохо. Если реально упал вниз. А нет, понадобится. Просто 16 левел вполне неплохой, но для него нужен мед. А мед это, по идее, где-то вот в тех лесах он должен быть. Ну, туда сейчас и пойдем. Поэтому либо сегодня притомим опустошителя, либо найдем мед и притомим этого. Кротокрыса, вспомнил, господи. Так. Ну, давай. Да, реально, вот так уже бегаешь, уже как-то полегче, поспокойнее. Видно, где кто и что да как. Да, нужно будет притомить додошек. Только что-то одни самцы. И это явно не то, что мне нужно. Так. Тоже самец. Реально одни самцы. Ой, подлагало. Так, 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 так. Что у нас здесь? А здесь я не вижу ровным счетом нифига. Там кто? Там говно. Ага. Вижу кровь, и там, значит, опустошитель должен тусоваться. Так. Опустошитель. 60 левел. Маленький. Да-да-да. 96 левел. Мне нужно было убивать. Он был рядом с моей базой. Камон, мне было страшно. Так, так, так. Не, ну 60 левел я точно томить не буду. Типа, ну уж совсем маленький левел. Иди сюда уже, скорее беги! Да, красавчик. Так. О, уже по 120, это хорошо. Так, все отлично. Спускаемся сюда вниз. Здесь, вот там, должен быть металл где-то. Точно не скажу где. Но где-то здесь должен быть. Да, еще три лабиты. Я даже вспомнил, из-за чего я сюда притусовался. Здесь был металл. То есть я начал вообще свой путь где-то вот отсюда. Приплыл сюда. Здесь металл увидел. Думаю, о, нужно будет здесь выживать. Металл, потом еще что-то. Начал даже строиться с той стороны. Вот, а потом уже перебрался наверх, увидел пещеру. А перебрался наверх из-за того, что я не хотел перебивать... Твою мать. Вот про эти кристаллы я не помнил. Вот, в общем, перебрался наверх, чтобы не перебивать спавн ресурсов. И вот, собственно, да, про металл я вспомнил, про кристалл даже близко не вспомнил. Вот реально. Но металл, как видите, у меня теперь дофига. Залутаемся. Ну, ёп твою ж за ногу. Ну, куда я еще должен был наступить, а? Ну вот куда? Ну, естественно, в грибочке. Отпустила чудо-трава. Чудо-грибы, блин. Вот они. Твари.
Сколько раз я здесь в них наступал, это прям не счесть. Но собрать грибочки лишним не будет. В целом, я даже вспомнил, из-за чего я на этот остров... А, вот этот гриб. Да, вот этот гриб, дебилёхонький. Давай уже дособрать тебя, козла. Добрался я сюда от пустошителя, убегая. Это я сейчас вспомнил. Я лутал металл и вспомнил, из-за чего я здесь оказался. Ну ты серьезно? Давай уже отпускать чудо-трава, нифига себе, чуть не сдох. Вот это прям вообще класс. Вот это еще чуть-чуть бы и все, кирдык. А как мне теперь домой добираться? О-о-о, ужас. Экс. Здесь и этот можно залутать. Здесь, о, черный жемчуг, классно. Здесь, если не ошибаюсь, жемчуг обычный тоже на дне есть. О, эти отеры, как там, выдры, прикольно. В общем, маленький да удаленький этот островочек, только сюда раптор еще падал и как бы выжить мне. Опустошители же я еще точно. А это мы можем посмотреть вот так. Вот 60-16 и мелкий, по ходу дела, тоже сдох. А Мишанька есть у нас тут. Ну почти. Почти. Не, нету. Не цепляет туда вверх. Ну окей, ладно, погнали, короче, до базы. Если это можно назвать базой. И нужно, во-первых, сброситься по луту. Вот. И, кстати, да, вот здесь вот синий дроп появляется в воде. Это, ой, зеленый. А там вроде бы и зеленый, и синий появляется. Ну, когда как. В общем, металл нужно сбросить в печку и начать уже пережаривать его, потому что он явно мне пригодится. И искать опустошители дальше. Искать буду здесь и вон там наверху. Ну, как бы они спавнятся здесь и там. Чего бы нет. Не, грибочки, конечно, классная штука. Еще бы от них в глазах не мутнело бы. Ух, по 25 хп еды восстанавливают. Прям хоть хавку не варим. Но опять также сделаю из мяса. Потому что она восстанавливает здоровье. То есть помимо еды она еще восстанавливает здоровье дополнительно. Что тоже довольно-таки неплохо. Давай посмотрим, что у нас здесь. Там что-то такое засветилось интересное. Так, опустошители здесь мелкого левы. И, по ходу дела, они там где-то с ними воюют. Кстати, их нужно будет вальнуть обязательно. Даже два овиса вижу, но только они минут три овиса. Ух, 56-й медведь. Да что-то ничего здесь интересного-то и нету. Зато додошки женского рода есть. Женского пола, точнее. А, записываю в час ночи, башка не варит. Честно? О, Василиски, да ну вас нафиг, а вы-то где тусуетесь? Слышь, гордый козел. Нифига, нормас. Да, они, по идее, где-то там должны быть. Я надеюсь, что только... Да ну нафиг! Ты серьезно? Я нашел мед. Вот, опять-таки же говорю, труба. О, заметочка. А, я подожди, заметочку не будем лутать. А, хотя заметок этих полно, но просто это рядом. Вот, опять-таки же. Благодаря трубе я просто-напросто вижу, где этот мед. Я могу залутать этот мед. Опачки, 5 меда. Ну классно же. Так, скорпион, иди в жопу. Все. В жопу этих опустошителей. Погнали томить этих кротокрысов. Металл как раз подлутал в большом количестве. И все замечательно. Так, только давай посмотрим, как лучше дропнуть. А, если я сделаю так... А, не, не проканает. Uh,
Почему не проканает, если из друга-то не смогу дропнуть его. Да, было бы очень удобно, но нет. Так, здесь свалился второй кротокрыс. Если я правильно помню, я должен правильно помнить, он когда зароется, нужно будет... Точнее, когда он... Да, когда он зароется, нужно будет ему... О, прикол. Я жрать хочу. Ужас. Ужас, как не вовремя, ладно. Когда он зароется, нужно будет бросить в эту ямку мед, и когда он вылезет, он типа его захавает. По идее, должно так сработать. Ну чё ты смотришь-то? Ныряй! Ну, кстати, прям так конкретно с ними разобрался. Красава. А чё там? Ну ладно. Ну нырнешь ты или нет? Да что ты кутил, ты купить что-то захотел. Да, грибочки-то хорошие, только от них вот слепнешь. Благо ненадолго. Это самое, пожалуй, ужасное. Потому что когда не нужно, он ныряет. Во-во-во-во-во-во, давай. Так. Эх, не затупить бы. Затупил, надо было дальше кидать. Ждем снова. Вот тебя точно не буду томить, пошел в жопу. Зелененькие. Не, зелененькие у меня есть, и как бы в целом все для его седла у меня есть. Металл залутал, самоцветы залутал, да, по сути все есть. Осталось только притомить. Все, давай, ныряй уже. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Занырнешь ты когда-нибудь или нет? Покушал, молодец, ныряй. Пошел. Вот просто пошел. Так. Ну-ка. Пошел ты. Опять не проканало. Ну почему он занырнул здесь, вынырнул здесь? А куда нужно кидать? Вот в эту ямку или в эту ямку? Ах. Ладно, ждем еще. Так, отлично. Да чтоб тебе собака-то долбаная. Такой соблазн их залутать. Ужас. Сейчас случайно F-очку бы не нажать. А то ж я все залутаю с рядом. С рядом, блин. Рядом. Почему? Почему не получается? Блин. Так, ладно. Что-то явно идет не так. Ну, отлично. Еще сейчас будет трясти. Кстати, у меня тут вообще между сериями пока стоял. Трясло так, что аж из двери вытолкало. Подхожу, я смотрю, я из двери вниз. Благо до этого уже рапторов всех завалил. Около дома они тусовались. Было бы смешно, пришел, а сдох. А почему сдох? А потому что землетрясением тебя тупо выдернуло. Вот и серьезно. Да пошел ты. Козел. Сейчас залутаю все твои кристаллы. И ходи обиженный. Почему туда вдаль уходит, тварь? Аж два стака кристаллов. А пошли, короче. Чё ты вот это вот? Убегаешь далеко-далеко и убегает все. Погоди, братка, падай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, подожди, не спеши. Отлично, пошли дальше. Синие. Синие самоцветы. А, интересно, вот такого нацепится от меня или нет? Я не знаю. А, слушай, я не знаю. Но, по крайней мере, мы ближе к базе и подальше от пустошителей. Ты только не упади, дебил. Мне тебе еще не хватало из воды вылавливать. Слушай, а он не отагривается. Хм,
но он должен отагриться. Вопрос в расстоянии, как, сколько нужно от него отбежать. Надеюсь, немного. Надеюсь, уже вот-вот и хватит. Нет, не хватило. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь же опустошитель уже должен тусоваться, по идее. По идее, может сработать и такая фигня. Ужас. Не сработало. Ну, будем ждать. И надеяться, и верить, что отцепится. Если честно, я без понятия, что ему нужно, чтобы отцепился от меня. Я уже тут весь лес вырубил. И самоцветы выбрасывал. И из инвентаря думаю, может, мало ли. Но нет, нет. Все вот так тусуется, бегает. А если дальше прямо отбежать, а? Это интересный вопрос, на который скоро мы получим интересный ответ. Выживу я или нет? Ну, кстати, кристальчики здесь тоже поблизости есть. Хорошо, хорошо. Но я по кустам так опрометчиво не бегал. Да, вот про это я примерно и говорил. О, еда нужна. Отлично. Плохо. Да-да-да, там опустошитель, а я сожрал гриб, который меня ослепил. Я красава. Так-так-так-так, как того ты бежишь? Не подскажешь ли ты мне? О, скорпиончик. Классно. Так. Что я хотел глянуть? 44 левел. Не очень то. Ну, давай посмотрим. Я надо... О, кстати, вот они, кристальчики. Классно. Не нужно было так далеко идти. Вообще не нужно было идти туда. Можно было вниз спуститься, и там были кристаллы. Блин. О, отцепился. Да ну нафиг, классно. Пошли, 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 пошли. Эх, ноженьки мои. Эх, еще ноженьки. Отлично, все-таки можно отцепиться от него. Вопрос во времени и дальности. Ну, зато теперь он около базы. И есть шанс подлутаться. Да блин! Ты серьезно? Может, ты выйдешь из кустов? А! Текс. Вот опять нет, да? Надо бы все-таки кидать туда. Откуда, наверное, вылазит? Надо прям повыше камеру задирать. Точнее, голову так, ну, типа это. И кидать, чтобы он туда немножко вдаль кидался. Ух! На видео, на котором я смотрел, вспоминая, как его томить, было все легче. Он за раз шлеп и все. Шлеп и дроп, все. Кабая. А у меня что-то не канает. В общем, как всегда. Я и в прошлый раз, помню, тоже через жопу утомил, как-то непонятно. А! Икс. Ловись. Тоже не оно, да? Нафигово. Я теперь не вижу, где мед. Вижу. Отлично. Я не знаю. Особенно вот по кустам ходят. Ты не можешь где-нибудь ходить не по кустам? Я тебе покушать принес. Хоть можешь не ходить по кустам? Эй, ты такой нехороший. Ну, заныривай. Заныривай. Отлично.
Блин, дальше надо было. Ха! Твою мать. Такс. И оп. Да, пошел ты опять не про канала. Опять не туда закинул. Да чтоб тебя, твою мать, бесишь. Такс. Да ты... В смысле? Ты сейчас заныривал? Я тебя сейчас пристрелю. Я сделаю винтовку и тебя пристрелю, ты понимаешь это? Да. Не, пожалуй, самое тупое это то, что разрабы не додумались, что нужно выкидывать из инвентаря предмет. Вот как Майнкрафт нажал на Q и выкинул предмет. Красава. Иногда не нужно, но вот томить главное, они додумались сделать диносов вот так вот. А вот как выкинуть с хотбара, они не додумались. Дебилы. Это что, косил по кустам ходит? Чтоб тебе икалось. И гадят мне еще на территории. Такс. Да не знаю, сюда ход. Ну я прям в тебя бросаю, ты тварь. Ты. Долбаная тварь, 19. Блин. Вот прям охота залутать. Раздражает. Надо пойти еще мяту подлутать, а то он... Этот скоро испортится. Будет печалька. Thanks, 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 thanks. Тоже не... О, опачки, красненькие, синенькие. Знаешь, Браган, ты меня задолбал. Ай. Зато синий с красными кристаллами налутал. Глядишь, может, хватит на полет. Миша... Ой, 8-й левел, вообще маленький что-то. А, так 8-й же левел тусовался же. Ну ладно. Будем отыгрывать обратно. Ну, зато хотя бы крылышки могу сделать. Да, конечно, только они нужны на нормальной броне, а не вот на такой. Но все равно. А, ну хотя... Хватает? О, хватает. Металлический сделаем. Да, удрапа, короче, опять от него. Ну как, он там где-то застрял, но не отагрился. Да. Дебилизм. Дебилизм. Да, по-другому сказать не могу. Тут. А, нифига себе. Меня ж это утрясло куда-то. Оп, и хоп. Отлично. Крылышки теперь летать могу. Хе, добрый вечер. Еее. На-на-на-на-на. Вот так ты бегаю с ним. Ну а чё там, синие кристаллы были? Ты красненький тоже неплохо. Хе, барашка валяется померзшая. Интересно, из-за чего? Да что ты, я опять топором лутаю. Мне это как бы не нужно, но а чё зря добро пропадать? Я вообще бегу вон туда к синему кристаллу. Еще один. Вот тут конкретный файт, короче, был, я смотрю. Но! Чё зря добро пропадать? Слышь, ты, может, отойдешь от моей добычи? Это моя добыча. Такс. Ну, зеленый опять-таки же тоже смысла сильно нету. Дурные. Кстати, а ты какого левела? 56-й. Небольшой. Ну, теперь ты у меня точно баранина надолго хватит. А, вот кто здесь воевал. Видать, зацепил кого-то. Парацера, Стега. А тот, соответственно, зацепил всех вокруг. Хе-хе-хе. Так. Че ты там отцепился от меня?
О, отцепился. Ну классно же. Что-то я хотел прыгнуть. Ну, так побыстрее. Тинкс. Может, так проканает? Ну, вообще прям никак. Ну, ты смотри. А куда тебе еще бросать-то этот сраный мед? Тут серьезно? Короче, притавлю его за кадром. Я боюсь просто, я даже вот такими обрезками у нас это минут 40 видео сделается. Я за кадром еще несколько раз уже кормил. Ну вот смотри, вот он выныривает прямо из него. Вот он из него выныривает. Красные кристальчики. Вот как? Вот как это объяснить? Вот он выныривает, и вот это вот... Козел. Козел. А по-другому это не объяснить. Ай, блин. Там что, еще что ли один заспавнился? О, его же стало сколько. Тут вообще опустошители там всех поубивали сверху. Сейчас может много заспавниться. Классно. А ты козел. Вот вы посмотрите. Козел аж 4 дропнул синих кристалла. Так и манит подобрать, тварь. Я не знаю. Вот я сейчас просто подобрал свой мед среди этих кристаллов. То есть прям был шанс даже подобрать их. И кристаллы. А не мед. Понимаешь? Я вообще не знаю, в чем проблема. Не, ну тут как бы я не добросил, это понятное дело. В жопу англоязычных обзорчиков. О, боже мой. Англоязычный? Просто дропал. И не один. Решил, думаю, нафиг, пофиг, там 10-минутное это видео. Посмотрю, как наш рассказывает. И он как раз таки рассказал про вот это вот. Ну давай посмотрим. То есть ты подходишь к яме и бросаешь. И вот так он бросается. Только... только он бросил все. Ужасно, надо было одно хватать. Прикинь. А вот так он бросил. Вот я не понимаю. У англоязычного он дропал. Слушай, может это раньше что-то было? Ну, какого фига? Я дважды видео смотрел. Ай, жопа все это. Просто как бы... Опять-таки же англоязычный, почему я говорю англоязычный, я не знаю, какой там язык, он там вообще ничего не говорит. А вот здесь чувак прям, по крайней мере, из СНГ, русскоязычный, он все-таки сказал, что типа, пере в слот, не парься, не очкуй. Типа, все будет нормас. Да. Поэтому сделаем лучше вот так. Вот так и вот так. И еще, как видели, непонятно, что за фигня. Написано типа один мед хватает. Но сами видели, что одного меда 37%. Типа вообще прям не хватило. Но это фигня. Опять-таки же это при моих рейтах. Какого фига? А не накладывали вас тут около моей базы? Так, ты же говно левел, да, ты говно левел приперся. А вот ты нормас левел. Ну да, естественно. Ой, эффективность сбросилась. Слушай, давай я лучше дождусь, пока у тебя сбросится вообще все. Блин, обратно. Какая бешеная крыска. И слушай, вот он бегает, бегает, а отомление не сбивается. Я не знаю, как это отомление вообще сбивается. Я думал, типа, ну это... Сагрится и собьет стомление. А нифига? Нет, нет, это так не работает. Куда ты там побежал? Он часто туда бежит, в сторону базы. И потом возвращается обратно. В общем, после того, как он сагрился, стомление вообще не сбивается.
И это тупость. Крылья здорово. Как же их не хватало-то, а? Но, как я уже сказал, не мог изготавливать. А, ну, теперь еще и ждем магр, когда собьется. Потом там оленя. А вот только отагрился, и сразу же там оленя начало спадать. И чё? Типа, нет еды, сагри его на себя, и пускай он за тобой бегает, зато там лейт и не собьется. Как-то туповато. Это сейчас землетрясение было, столько много синих кристаллов попадало. Прям прикольно. Синих, зелененьких, классно. Ладно. Надо было сразу ждать, а не агрить. Блин. Вот здесь... где-то недалеко мед, а это кристалл. Вот за этим камешком находится моя база. Ну вы поняли, да, с поиском кристаллов, как я обосрался то конкретно. Мед, короче, пришел залутать еще на всякий случай. Ну что я могу сказать, видео должно было быть коротеньким, но сами видите, жопа полная. Разрабы, конечно, красавчики. Я не спорю. То есть они как раз таки все продумано. Все сделали. Почему на ютубе мне попалось аж два видео, где челики просто бросают его? Я не знаю. Причем томилось у них. Это самое такое. Но нужно делать так. Да. И остается самое противное и самое сложное. 425 металлов. 425 слитков металла. О, ужасно. Металл-то у меня есть. А вот слитков металла нету. Да, ну там что-то около сотни, что ли, только пережирил за это время. Но 2 часа ночи. Пора ложиться спать. Потом буду ждать, когда что-то, как-то где. Самое главное, что... опять-таки же, благодаря русскоязычному ютуберу видео, я понял, что это чертов бобер плюс Фиомия. Вот, кстати, то, что Фиомия, я даже не знал. Я знал, что он добывает какой-то ресурс, он еще работает как Фиомия, то есть каках он тебе может набабахать очень много. И это бобер. Почему я думал, что он как Дедикурус, я не знаю. Но это бобер, а это означает, что я... кучу дерева добуду. Это очень хорошо. И... да, и нужен закончик для тебя. Вот. Погнали, сейчас покажу металл. Да, у меня... я тут уже вторую печку установил. Здесь 17 металла, здесь 117. А здесь тоже нифига. И если в... каратокрыс... вот. 3 сотки металла у меня нету. Ну, вот такая вот беда. Приперся. Но, кстати, так быстро посветало. 10 минут дней и ночи вообще просто порой непонятно. То есть она несколько раз за час может произойти, и прям пух, на время вообще нет смысла смотреть. Короче, такие вот дела. Серия получилась безумная в плане того, что я делал. Но, что самое главное, я искал опустошителей и убивал их по ходу дела. Ну и не только я. Находил я трупы тоже нередко. И теперь у меня есть крылышки, у меня есть крутокрыс, который добудет мне кучу много дерева, а дерево это хорошо. Все. Пора спать ложиться, короче. Ну а на этом я с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Не тупите, как я. Смотрите обзоры или читайте страницы Википедии. Вот там точно лучше английский, русское говно. Все, на этом все. Всем удачи, всем добра, всем счастливый. Короче, все. Всем добра, бобра и счастья. Все, всем пока.